Всем привет, мои дорогие! Я вас рада видеть на своем канале Нафиса Уфа. Сегодня хочу вам показать замечательный заказ из интернет-магазина TomTom. Это интернет-магазин гипермаркет Штор номер 1. Для себя здесь вы можете приобрести комплекты штор, тюль, рулонные шторы и, конечно же, красивые яркие фотошторы, а также постельное белье, текстиль. Также, подобрав, к примеру, комплект штор, вы можете к своему интерьеру подобрать такого же цвета, такого же плана, покрывала или для декора подушки. Сегодня в заказе у меня комплект штор, которые уже в деле, в работе, уже украшает интерьер нашей гостиной, как бы по-простому говоря, зал хрущевки. Если вам интересно такого плана обзор, я вас приглашаю, оставайтесь со мной до конца. Ссылка на интернет-магазин TomTom будет в описании, это в инфобоксе. Также я оставлю ссылку на свой Instagram. Для тех, кому интересны комплекты штор, тюль, рулонные шторы, фотошторы и другая текстиль, для вас действует промокод на 15% скидки, промокод Нафиса. Также будет в описании подробнее, как надо писать в комментариях слово Нафиса на 15% скидки. Так что оставайтесь со мной. Это действительно гипермаркет Штор номер 1. Здесь широкий, огромнейший ассортимент штор. Каких только видов ткани здесь не существует. Также хочу сказать, смотря на ваш семейный бюджет, можно подобрать шторы. Есть также категория распродажи, категории шторы гостиной для кухни, для детской, коттеджи, загородные дома. Так что тоже заходите, смотрите, мне кажется, будет для вас это очень интересно. Кто любит темные шторы, кто-то любит яркие шторы постельного тона, да, у меня сегодня как бы постельный цвет штор, который я подобрала под цвет дивана и нашей стенки. Конечно же, об этом я еще вам несколько раз буду повторять. Оставайтесь со мной. Всем спасибо за внимание. Пишите комментарии. Ссылка на интернет-магазин TomTom будет в описании. Также промокод 15% скидки. Промокод Нафиса. Оставайтесь. Небольшая экскурсия по интернет-магазину TomTom, гипермаркет Штор номер 1. Как я и говорила в начале обзора, здесь можно приобрести комплекты штор, тюль, рулонные шторы, фотошторы, постельное белье, домашний текстиль. Можно рассмотреть отдельно новинки и распродажу. Очень легкое, удобное меню. Шторы в гостиную, в кухню, в спальню, в детскую, в коттедж, загородный дом. Шторы – это неотъемлемый элемент интерьера в любом стиле. Здесь также, смотря на семейный бюджет, можно найти для себя бюджетный комплект штор, тюли, рулонные шторы. Но здесь также есть цены. Рассматривая, выбирая для себя комплект штор, я встретила, к примеру, цену для комплекта 40 тысяч. Также есть красные ценники со скидками. Вот такие вот замечательные фотошторы, красивые и яркие. А сейчас давайте посмотрим, что же я выбрала для нашей гостиной. Посмотрим характеристики. Шторы называются Невия, бело-коралловый, комплект штор 933-107. В комплекте портьера белые 2 штуки, коралловые 2 штуки, тюль 1, подхваты 2 штуки, крепление у нас шторная лента. Также при заказе вы можете подобрать для себя, какое вы
хотите крепление. Цена комплекта 16 010 рублей. Также здесь можно при заказе изменить параметры, воспользоваться услугой подшива за отдельную оплату. Комплект из 7 предметов, но я в обзоре говорю, состоит что из 4 частей, так как я разделила, что 2 подхвата, а тюль, 2 портьера белых, 2 коралловых. И для меня как будто состоит из 4 частей. Ткань. Многих будет интересовать ткань. Называется РЭП. Состав 100% полиэстер. Плотность ткани средняя. Здесь можно посмотреть, как стирать. Ручная чистка, химчистка. Защита от света 7 из 10. РЭПС – это плетеный хлопчатобумажный материал с примесью полиэстера, обе стороны которого покрывают объемные рубчики. Элегантная внешняя ткань отличается и высокой практичностью. Она устойчива к частым стиркам, не накапливает пыль, легко поддается чистке и почти не мнется. Шторы из репса – одно из лучших решений для современного интерьера. Они просты в уходе, отлично держат форму, не выгорают, а благодаря многообразию расцветок выглядят очень стильно и лаконично. Том-Дом – российский бренд. Это команда профессионалов, действительно замечательная команда, которая работает более 10 лет. Как я и говорила в начале обзора, посмотрите, я только потом заметила, что можно под шторы подобрать подушку. Посмотрите, вот они, подушки, подушка, вот она. Конечно же, когда выбираем, одной только не хватит. И давайте посмотрим про доставку. Доставка можно и курьером за отдельную оплату 149 рублей. Посылку я получила. Если самовывоз, то 49 рублей. Посылку я получила бокс «Бери», самовывоз, сама сходила. Пожалуйста, к примеру, да, я с города Уфа, можно выбрать. У меня Первомайская 29. Также есть оплата наложенным платежом «Почта России», доставка 149 рублей. То, что очень многих интересует, что оплата производиться может наложенным платежом. Спасибо всем за внимание. Вот такая была небольшая экскурсия. Быстренько я вам покажу, как все приходит упаковано. Аккуратно. Большой пакет интернет-магазина Том-Дом. Прямо в пакете так написано. И зрители, которые смотрят, мои любимые подписчики, которые следят за моими обзорами, уже, наверное, знают, что это заказ второй. В настоящее время, сейчас я вам обязательно сниму, какие у нас шторы из интернет-магазина Том-Дом. Поэтому, если вам интересно, оставайтесь. В этот раз захотелось, знаете, цветного, теплого, такого сочного цвета. Теперь будем менять шторы по настроению и по сезону. Все, девочки, я открыла и с нетерпением сама тоже все хочу посмотреть. В комплекте тюль. И сами шторы, которые состоят из разных цветов. Вот так все приходит упаковано. Упаковка на замке. Посмотрите, как все упаковано аккуратно. Давайте посмотрим. Белые, берез, тюль, вуаль 500 на 280 сантиметров. Шторная лента, 100% полиэстер, страна Турция, поставщик Том-Дом. Сейчас я вам еще более подробнее расскажу. И вот такие вот шторы. Кстати, посмотрите, под... Там кошка. Знаете, под диван. Диван у нас тоже новый, простоит еще не знаем сколько лет, поэтому вот захотелось в этот раз более яркого под диван. Называется Невио, бело-коралловый, подшито 240 сантиметров, комплекты штор. Портьера 150 на 280,
две штуки, портьера 140 на 282 штуки, а тюль я вам показала, и подхваты две штуки, крепление шторная лента, материал 100% полиэстер, а здесь уже страна идет Россия, поставщик Том Дом. Посмотрите вот на картинке и посмотрим, как выглядит вживую. Сейчас все откроем и посмотрим. И хочу сказать, что меню, интерфейс меню очень легкое. Заказывать можно без каких-либо проблем. И в конце, в заказе, уже можете выбрать. Конечно, это идет за отдельную оплату. Сумма там обязательно вы увидите. Можно под любой, знаете, вот любую высоту. Высоту подшивать. Потому что, знаете, вот у нас хрущевка. Хрущевка 2 метра 50 сантиметров. И у нас гардины не на потолке, на стене. Гардины у нас старого, как бы сказать, формата. Есть квартиры современные в 3 метра. Конечно же, у кого-то даже есть на потолке гардины висят, поэтому, конечно же, у вас уже длина штор длинная. А для нас 2 метра 40 сантиметров в самый раз. Поэтому я воспользовалась услугами подшива, которые, конечно же, за отдельную оплату. Что у меня здесь? Услуга подшива. Доставка. Все. И также можете воспользоваться самовывозом или доставку курьером. Еще раз покажу упаковку штор на кнопочке. Конечно, это все на высоте все сделано. Даже вот здесь вот кармашек такой с картиной штор. И посмотрите, тоже вам покажу. Это остатки после подшива, которые тоже отправляют с посылкой со шторами вам. Смотрите, даже можно, кто занимается шитьем, можно под что-то использовать. Смотрите, какое. Вот остатки, потому что эти шторы 2 метра 80 сантиметров. И все, давайте пойдем. Вот подхваты две штуки, сами шторы. Так, давайте поближе вам покажу. Ух ты, как красиво. Ткань такая плотная. Плотная. Давайте я вам покажу прям вблизи, как все это выглядит. Вот еще такие шторы. Под стенку подбирала и под диван. И хочу признаться, что эти шторы выбирал мой муж. Когда выбирал, он остановился, ему они очень понравились. Поэтому я выбирала, я уже, знаете, так навыбирала, я уже не знала, что выбирать. Поэтому мнение мужчины тоже очень важно. Он сказал, и мне тоже очень понравилось, я тоже остановилась. Посмотрим, сейчас посмотрим, самой не втерпёшь посмотреть. И вот такие вот белые шторы. Прям белые-белые под стенку. И внутри там картон. И тюль. Тюль у нас тоже такого же плана сейчас висит, тоже из интернет-магазина. Сейчас его покажу тоже подробнее. Так, хотела вам показать. Вот так вот на ленте приходит. Вот. Тоже можете это все выбирать. Есть на кольцах. У кого гардины такие. И вот тюль. Как я говорила в прошлом обзоре, заказе, знаете, тюль, ткань как платье невесты. Я вам говорила, это все белоснежное. Сейчас просто у меня электрический свет чуть-чуть желтит. Качество прям шикарное. Такое, знаете, блестящее. Вот. И теми шторами мы тоже довольны. Вот захотелось мне к Новому году
более-более такой яркий цвет. Вот так вот аккуратно сшиты ленты. Смотрите, какие ленты широкие. А теперь давайте посмотрим. Вот, девочки, да, наверное, помните тоже шторы из интернет-магазина Том-Дом. Я ими очень довольна. Они служили и будут служить нам отлично, хорошо. И летом, знаете, хоть и пропускает солнечные, как бы, лучи, цвет, то, не знаю, я не очень обращаю на это внимание. Вот так тоже как бы по стилю было все подобрано, под обои, да, цвет как бы под ковра и отделка дивана. Но в этот раз вот лежат новые шторы, часть под диван и часть выбрана под стенку. Поэтому обратите внимание на эти шторы, которые же, конечно, как я сказала, по настроению, по сезону будем обязательно также менять. А теперь давайте оставайтесь, посмотрим, как же выглядят новые шторы. Ну что же, мы повесили наши шторы новые. Обязательно пишите в комментариях, подходят ли эти шторы к нашему интерьеру. Наша любимая стенка нежность цвета белого, молочного. И наш диван, которому тоже подбирали этот комплект штор с тюлью. Обязательно пишите в комментариях. Мне очень нравится. Я рада, что муж остановил свой выбор именно на этих шторах. И давайте поближе будем подходить, смотреть поближе. Да, шторы 2 метра 40 сантиметров в самый раз, но тюль вот чуть-чуть немножко висит. Так что тоже пишите, девочки, в комментариях. Наверное, чуть-чуть надо будет приподнять, потому что я боюсь. Ой, у нас кот и кошка. Я не знаю, что потом будет обязательно, особенно с Нюшей. Ну все, давайте поближе пойдем. И вот так вот пройдемся, еще раз покажу. И пишите в комментариях. Подошла. И давайте посмотрим. Это картина. Комплект штор называется Nivea. Если вам понравился комплект, заходите, обязательно, еще раз говорю, по ссылке. Ссылка на интернет-магазин Том-Дом будет в описании этого инфобоксе. Вот, я, наверное, еще чуть-чуть и криво повесила. На улице, посмотрите, очень темно. Наверное, люди проходят и думают, почему у нас шторы на первом этаже все еще не закрыты. Вот так вот все это выглядит. Сейчас я еще опущу, наверное, подхват и вам покажу поближе так. Также хочу показать шторы в дневное время. На улице то пасмурно, то появляется солнышко. Вот. Вот такая вот плотность, потому что некоторым, даже многим будет это интересно. Также хотела вам показать вот такой вот вариант, девочки. Тоже очень интересно смотрится. Шторы сами по себе тоже светлого фона, поэтому хоть вот полузакрытые, тоже смотрится интересно. В зале не так темно. Вот так вот. Мне кажется, знаете, можно местами поменять белые с коралловыми. Тоже можно как-то придумать еще один вариант. Так что обязательно пишите в комментариях. Замечательный комплект штор. Ну что же, я опять подошла к тому месту, откуда можно показать издалека шторы в закрытом виде. Вот так вот это выглядит. Очень мне понравился переход с белого коралловым. Так плавно идет переход цвета, сочетание такое, да. Действительно, который подходит к дивану и к стенке. Поэтому еще раз, обязательно мне будет очень приятно ваше мнение. Пишите в комментариях. Шторы очень понравились, поэтому мужу моему огромное спасибо за то, что он остановил свой выбор именно на таком цвете и с таким рисунком, потому что рисунки такие
приятные цветы, они не цветные, и мне нравится, что они на коралловом цвете такие белые, а на белом такие коралловые. Давайте поближе подойдем, посмотрим. Я вам коралловые показывала вблизи чуть-чуть, да? Ткань, как это все выглядит. Вот так это все, посмотрите, вот такое вот плетение. Вы можете посмотреть, зайти по ссылке. Я еще постараюсь найти ссылку на эти шторы, оставлю. И там вы можете вообще подробно рассмотреть именно вот про эти шторы. Плотные шторы, очень-очень тяжелые. Смотрите здесь, как внутренней стороны это все выглядит. Так вот. Вот. Шито прямо вообще идеально. Идеально все шито. Смотрите, аккуратно прям идеально. Смотрите. Внутри вот эти вот самые белые шторы. Давайте я вам попробую тоже показать ткань. Так, сюда перейду. Так все это выглядит. Они чуть-чуть полегче. Здесь даже так помягче, вот здесь. Вот. И вот так это все выглядит, девочки. Комплект штор состоит из 4 частей. Часть белая, поуже, пошире цветная часть коралловая. Состоит из тюли. Тюль очень-очень широкая. Размеры я вам озвучила. Как говорила, ткань как у свадебного платья. В точь-точь, как наш первый комплект, тоже из интернет-магазина Том-Дом. Вот так все это здесь обработано, качественно. Может, на первый взгляд выглядит, что они такие тонкие, но нет. Очень мне нравится, и летом я была довольна комплектом. Вот просто захотелось чего-то яркого. И хотя имеем дома двух кошек, да, могут оставить следы от когтя, такую, знаете, небольшую такую, как бы сказать, точечную дырочку, как от иголки, да. Но, тем не менее, эти шторы еще тюль. Не шторы, шторы вообще не трогали, тюль. Можно с удовольствием использовать. Обязательно будем мы как замену будем использовать. Вот так вот это все выглядит. Там, прошу прощения, у меня пылесос. Вот так вот это все выглядит. Так вам покажу. Белая часть в закрытом виде так. И вот такие цветы. Красота. Мне очень понравилась ткань. Такой, знаете, он прямо объемный такой, пышный. Внутри вот прямо так приятно, мягко. Здесь с этой стороны вот гладко, там очень-очень мягко. Вот что-то напоминает. Напоминает как будто с внутренней стороны клеенки. Клеенки, которые были раньше, в советское время. Не те, которые клеенки, которые имеют с обеих сторон один тип, один материал. Ну, приятный такой, шуршащий такой внутренней стороны. Все. Огромное спасибо интернет-магазину Том-Дом за такой огромный выбор штор. Действительно, глаза разбегаются, не знаешь, что выбрать. Спасибо мужу еще раз, что он остановил выбор на этих шторах. Ссылка на интернет-магазин будет еще раз в описании, в инфобоксе. Подписывайтесь на мой канал, приглашаю подписаться на мой инстаграм. Буду рада лайкам, буду рада вашим комментариям. Всем спасибо за внимание и всем до новых встреч. Пока. Обязательно пишите комментарии.